в дежурную часть 2-го городского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу обратились двое местных жителей с заявлением о том, что неизвестные похитили сумки, в которых находились мобильные телефоны и банковские карты. Ограбление произошло в разное время на Можайском шоссе и у железнодорожной платформы в городе Одинцово. Общая сумма ущерба составила более 78 тысяч рублей. По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали приезжих мужчину и женщину. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.